Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматическая винтовка «Хадсан 90 MWTR». Комплект поставки включает в себя усиленную пружину, руководство по эксплуатации и саму винтовку. Это пневматическая винтовка переломного типа, которая взводится и заряжается путем перелома ствола. Стреляет винтовка свинцовыми пулями калибром 4,5 мм. При установке усиленной пружины максимальная скорость вылета пули достигает 305 метров в секунду. Ложе и приклад винтовки изготовлены из прочного пластика, окрашенного под дерево. Приклад отличается повышенной эргономикой. Затыльник вентилируемый, изготовлен из резины, что позволяет снизить воздействие отдачи. Ствол нарезной, изготовлен из оружейной стали, так же как ствольная коробка и основные механизмы винтовки. Присутствует открытое прицельное приспособление в виде мушки и регулируемой прицельной планки. Они оснащены фиброоптическими нитями, которые облегчают прицеливание на темных объектах и при недостатке освещения. Винтовка оснащена автоматическим предохранителем, что делает ее использование безопасным. Давайте перейдем к испытаниям. Обращаю ваше внимание, что они проводятся на стандартной неусиленной пружине. Приобрести винтовку вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».